отлично. Значит, это все?
значит, это все? Ah!
сзади! Не справишься? Сзади! Осторожно, сзади! Yeah!
Теперь сердце. Придется тебе замарать руки. Сердце у меня. Больше ничего не нужно. Это все. Лучше здесь не задерживаться. Крас. Зевс. Зевс? Мой отец. Твой отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Хель мучает своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Должен здесь быть. Вот холод. Ну, скорее давай мне клинки. Зачем? Я же сказал, что помогу. Ну вот, давай. Мои инструменты в Мидгарде. Скоро вернусь. Ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к ветрам Хеля. Короче, прицелься в волшебный огонек и бросай их. Клинки и целься в лаве металл. Теперь можешь воплощать и выпускать ветра Хеля, когда тебе втемяшится. Спасибо от тебя не дождешься, так что я сваливаю. Вот у вас с тобой, гляди, яйца отморозишь. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить.
У тебя все в порядке!
Прости, брат, но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж. Я просто молча поразмышляю над этим фактом. Thank you.
Сзади! Осторожно, сзади! Осторожно, сзади! Осторожно, сзади! Осторожно, сзади! Сзади! Yeah!
Впереди, сзади! Это все? Брат. Yeah.
Живой?
Надо же, сумел. Ну, поторопись к сыну. Передавай недомерку, привет, так поправится.